Всем привет! Сегодня у нас 3 сентября, а это значит, что у нас осталось всего 12 дней до завершения нашего краудфандинговского проекта. Я хотел сказать вам всем огромное спасибо за поддержку. У нас уже набрано целых 25%, 125 или сколько-то там тысяч рублей мы набрали, и это здорово. И поэтому всем ребятам, которые нам помогли, я хочу вам сказать спасибо. Всем 150 участников спасибо. Но вас тысячи смотрят, и все можете поддержать. Зачем вам поддерживать наш краудфандинговый проект? Вы скажете, справедливо скажете, Джастус, мы не живем по маршруту Белокурика-Бийск-Барнаул. Вот вы сыр у нас не получится покупать. Зачем нам поддерживать краудфандинговый проект, чтобы запускать машину? Вот я вам объясню сейчас. Вот просто меркантильный ваш интерес в том, чтобы поддерживать нас, этот проект, запуск нашего регулярного маршрута до Барнаула, запуск нашего интернет-магазина, потому что в интернет-магазине будут продаваться товары, которые ты все равно пользуешься. Допустим, пьешь чай, всяко пьешь чай, ты русский человек. Ты кушаешь мед, всяко кушаешь мед. Мед в этом году вообще будет мало. Пчелы там по полстране попередохли, половина пчел попередохла в полстране. Да, а у нас тут, в Солнечном районе, пчелы живут, все хорошо, куча меда. Мы будем продавать этот мед у нас в интернет-магазине. И даже самое маленькое участие в нашем проекте дает тебе 10% скидки на все товары, включая мед, допустим, да? Поэтому ты можешь купить с 10% скидкой мед, ты можешь купить с 10% скидкой чай, ты можешь получить мед и чай как вознаграждение. Это один из тех пакетов, которые у нас есть. Ты можешь получить мед плюс чай, это же супер. Помимо мед и чай, у нас будет продаваться пряжа. Вот ты сидишь дома и вяжешь носки, да, вот кому-нибудь. Вот кто-то вот сидишь дома, вяжет носки, вам нужна пряжа, она будет у нас в магазине продаваться, и ты можешь ее получить с 10% скидкой, это же супер. Вот, зима грядет, грядет она, да, то есть в России что приходит? Всегда в России 1 ноября неожиданно наступает зима, да, то есть или 1 декабря неожиданно выпадает снег, вот, а ты будь подготовленный, у нас в интернет-магазине, через систему краудфандинга, через планету, ссылка ниже, продается термос! Что тебе нужно вот для того, чтобы подготовиться к зиме? Тебе нужен чай, тебе нужен мед, тебе нужен термос, тебе нужны носки. И все это можно взять у нас в магазине. Но носков нельзя взять, но пряжу можно будет, если свяжешь себе носки. Все это будет здорово, если ты поможешь нам поддержать. Каждое наше видео, среднее видео смотрит там 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 тысяч человек, да? А нам нужно всего лишь несчастные 500 человек, чтобы поддержали наш проект на уровне хотя бы 1000 рублей. Если вы это сделаете, вы получите огромную пользу для себя, то есть можете приобрести наши товары в интернет-магазине. Мы получим большую пользу, что одним большим куском получим деньги и сможем приобрести автомобиль для того, чтобы запустить маршрут. Ребята в Белокуриха-Бийск-Барнаул получат пользу, потому что они смогут покупать наши сыры, и не только наши сыры, еще и продукты наших соседей, которые там говядину продают, там еще что-то, да? То есть вообще будет для всех одна польза, да? Ты скажешь, ну что-то вот долго ждать, не надо ждать, вот 12 дней осталось, всего 12 дней, иди быстрее, хотя бы на 500 рублей, там, благодарение там от меня, там, открыткой 10%, но, я тебе скажу, там есть одно вознаграждение, посмотри там, 2000 рублей ты платишь, 3000 рублей ты получаешь пользу, то есть ты получаешь бонусов в интернет-магазин на 3000 рублей. Плюс 10% скидок. Это значит, что если у тебя какой-нибудь товар, допустим, кубатеннер меда, да, стоит там сегодня, в этом году цены на мед будет больше, потому что мед стал меньше, стоит там 14 тысяч рублей, кубатеннер мед, да, ты сразу прилагаешь свой первый бонус за 3 тысячи, то есть 2 тысячи потратил, 3 тысячи подружил, сразу она стоит 11 тысяч, да, еще 1400 скидка, и у тебя кубатеннер мед там меньше 10 тысяч рублей получится. Так что беги в магазин! Я тебя умоляю, иди на планету, поддерживай нас. А ты скажешь, Джастус, слушай, а зачем тебе еще одна машина? Ты же на фоне Делики, вот Делика, мы же тебе уже купили одну Делику, как-то там было дело в 2014 году, ты его там перевернул, вот, и мы помогли тебе тогда. И что, тебе не хватает одной машины, что ты совсем зажирел, фермер? Я говорю, ребята, спасибо, я тогда вообще даже не просил, вообще, честное слово, не просил и не ожидал, а вы меня тогда выручили, помогли, да, и вот наша Делика, рабочая наша лошадка, вот недавно кто-то из подписчиков говорил, Джастус, обязательно сними там обзор про Делику, я это сделаю, потому что я люблю ее, и вас люблю, всех люблю, вот, ну Делика жрет 12, 13, 14 литров на сотню,
Она здоровская по полям кататься, и до Солонежного ездить, и по бездорожью ездить, и по слякоть ездить, и вброд ползает, и сугробы чистит. Она все делает. Ну до Барнаула разоришься с ним ездить. Поэтому для регулярной доставки необходима нам маленькая машина. Поэтому нужна твоя помощь. Поэтому спасибо огромное, что тогда помогли. Помогите еще раз. В этот раз я не прошу бесплатно. Зайдите на планету, выберите свое вознаграждение. Если ты живешь по маршруту Белокуриха, Бийск или Барнаул, можешь взять сыр. Во всех остальных случаях куча других вознаграждений, которые принесут пользу в твоей жизни, пользу в моей жизни, пользу в жизни моих соседей, пользу в жизни всех людей, которые находятся у нас по маршруту. Вообще всем будет полезно. Так что спасибо тебе большое, что ты смотришь. Спасибо, что сегодня, что ты делишься. Сразу всем сделал большой репост, что ты поставил лайк и что ты зашел на ссылку в планету и поддержал нас минимум на 500 рублей, лучше на 1000, а лучше еще на больше. Поэтому давайте, ребята, пожалуйста, переходите по ссылке, и да благословит вас Господь на этой его прекрасной, классной земле.